Сегодня я покажу вам небольшую однокомнатную квартиру, около 12 квадратных метров, которая продается с аукциона. Стоимость квартиры 24 500 евро, что составляет примерно 1 миллион 700 рублей. Общая площадь квартиры 11,8 метра квадратных. Есть только туалет, душа здесь нету. Если покупать такую однокомнатную квартиру, то ремонт примерно займет около 5000 евро. Потребуется замена окон, малярные работы. Потребуется замена сантехники. Возможно, также здесь сломать стены и сделать дополнительный угол для душевой кабины. Также здесь не очень в хорошем состоянии, как вы видите. Надо будет поменять двери, проводку. Если вы хотите узнать более подробно о продаже квартиры с аукциона в городе Таллине, Эстонии, то можете пройти по ссылке ниже после видео и прочитать более подробную информацию. А также, если понадобится вам помощь, можете мне написать. Буду рад помочь.